Валерий Геннадьевич, ваша оценка матча? Ну, дело в том, что сегодня столкнулись с трудностями в этой игре. Ну, главным образом составом. Вот. Поэтому у нас 17 человек было заявлено, полевых. Вот. Не смогли остальные участвовать. Но, тем не менее, я считаю, что выиграли неплохо. Даже могли зацепиться за эту игру. Единственное, там свои моменты не использовали. Надо было забивать это и больше того, конечно. Ну и с игры были моменты. Но, тем не менее, с выезда с хорошим настроением уезжаем. 75% очков набрали. Единственное, конечно, мы не планировали, что у нас такая проблема возникнет. Она возникла буквально вот вчера. Вчера. И как снежный ком у нас, если вместе с тренером, там, по-моему, 6 или 7 человек. Спасибо. Вопросы? Да, Валерий Геннадьевич, то, что Каратаев кураж поймал, сильно осложнило ход игры? Ну, здесь и наша вина, в общем-то. Ну, его заслуга, но и наша вина. Надо было бы там закрывать его больше, в общем-то. И надо было, ну, хороший момент в первом периоде были, там надо было, в общем-то, реализовывать. Но так, да, он поймал игру и, в общем-то, так, хороший матч провел, да. Спасибо. Спасибо. Ильнур Альфридович, поздравляем с победой, прокомментируйте итоги встречи. Ну, поздравляю всех с победой, хорошая игра, хороший соперник, молодцы, хорошо сыграли, выстояли. 5-3. Наверное, это и придало больше уверенности. И забили. Хорошо сыграли второй период, забили 3 шайбы. И дальше довели матч до победы. Если сравнить игру, прошедшую недавно в Тольятти, и сегодня здесь, что сегодня лучше получалось, за счет чего сегодня удалось? Сегодня просто реализовали свои моменты. В Тольятти тоже было много моментов. Но в той игре соперник их реализовал. Сегодня мы там 4-2, здесь 3-1. Да, Ильнур Альфредович, у «Лады» полноценные 3-3, только играли, делали как-то акцент на этом. Да. Что, да. Может быть, могли подловить на усталость? Обратили внимание, да, и просили ребят играть активно, что там 3 пары точно было, и там у них было 17 полевых игроков, так ротировали. Ну, поляна маленькая, я скажу, что особо большого значения одна игра, ну, не имеет в этом плане. Понимали, что... Обратили внимание, что четвертую игру играет «Лада», и им три полноценные пятерки. Согласны, что как минимум последние две игры это на 50% заслуга Каратаева? Чья заслуга? Каратаева, вратаря. Нет, вся команда хорошо играет. Почему его заслуга? Он просто выполняет свою работу. Последний вопрос. Как вторую игру команда провела на новой площадке, ну, на новой площадке с новыми размерами? Как оцените площадку? Потому что сегодня видно было, как хоккеисты пару раз сами лед выкидывали. То есть как-то это имеет значение? Не имеет значения, все, хоккей стал быстрее, все, принимать решения нужно быстрее, нет такого пространства, объема, но и плотнее, и атаки больше. Всем, кого не спрашиваю, всем больше нравится играть на такой площадке. И с большой арены переходить на маленькую гораздо легче, чем наоборот, с маленькой на большую. Поэтому раз сделали, значит... Идем в правильном направлении. Я думаю, скоро все придем к таким площадкам. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо.